Hola, amigos, на связи Матвей. И сегодня я хочу разобрать одну очень интересную и запутанную тему, связанную с Crampy Mobile Black Russia. Часто ли во время игры вы слышали о продаже аккаунтов в нашем Crampy? Лично я вот очень часто с этим сталкивался. Но при этом никогда не задумывался, насколько это легально и какие последствия будут, если купить аккаунт в Crampy Mobile Black Russia. Так что в сегодняшнем видео я готов вам в подробностях рассказать, легально ли покупать чужие аккаунты в Crampy Mobile Black Russia, если купить, какие будут последствия и какой в этом шанс обмана. И все информации, которую вы услышите в этом ролике, вы можете смело доверять, потому что перед этим видео я консультировался с ведущими админами в нашем Crampy. Я задал им самые интересующие вопросы, и они мне все в подробностях расписали и ответили. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моем канале, если ты так же, как и я, играешь в Crampy Mobile Black Russia, то обязательно оформи подписку, тут ты сможешь найти, возможно, лучший контент по нашему Crampy во всем СНГ. Ну а если ты по каким-то причинам до сих пор не играешь в это лучшее Crampy во всем мире, то, чел, я тебя вообще не понимаю. Да-да, именно сейчас пришел тот самый момент, когда тебе стоит скачать Crampy Mobile Black Russia по первой ссылке в описании совершенно бесплатно на любое Android устройство. Да, в отличие от Fortnite, данная игра великолепно оптимизирована и ее потянет даже самый древний Android. Сама установка займет не более 1 минуты и требует от тебя не более 2 кликов. Не все же время играть только в один Fortnite, надо иметь какое-то игровое разнообразие. Ну а Crampy Mobile Black Russia великолепный способ расслабиться после напряженной игры в Fortnite арену, ну или просто поугарать с друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в Crampy Mobile Black Russia вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группу канала ВКонтакте, ну или на наш Discord сервер. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании. Именно там ты сможешь найти меня, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, в основном играю на Lime сервере. Также не стоит забывать, что теперь я читаю именно 3 пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Славе и Верику. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а если ты хочешь пополнить данный список, то обязательно комментируй одним из первых мое следующее новое видео на канале. Ну а для этого нужно обязательно подписаться и включить уведомления о новых видео. В общем, надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте все-таки приступим к разбору новой графики в Crampy Mobile Black Russia, которая придет нам с новым грядущим обновлением. Покажу вам, как она выглядит на самом деле и что за ней по-настоящему скрывается. Ну и напоследок ее принцип работы. Погнали! Ну и начнем, пожалуй, с того, что вообще априори покупка и продажа аккаунтов в Crampy Mobile Black Russia официально запрещена. Но однако в любом случае на большинство таких случаев никто не обращает внимания, потому что по сути они не имеют в себе никаких серьезных последствий. Грубо говоря, покупка и продажа аккаунтов запрещена лишь бы для того, чтобы защитить самих покупателей и продавцов. Потому что по-настоящему здесь существует куча обмана, чтобы потом лишний раз игроки не жаловались на то, что их кто-то обманул на деньги или на аккаунт. Однако, если вы все-таки купите какой-нибудь аккаунт или продадите, а скорее всего об этом никто не узнает, соответственно, вам никакого наказания не будет. Но все же, если на этом вас поймают, то вам могут дать перманентный бан, то есть бан навсегда. Имею в виду бан на конкретном покупном аккаунте, который вы приобрели. Вследствие вам придется создавать новый. Ну а если вы собираетесь записывать какое-то видео по покупке или продажа аккаунтов Crampy Mobile Black Russia, то для этого вам специально нужно делать дисклеймер. В ином случае, если это ваше видео наберет особую популярность, его могут заметить администраторы, соответственно, далее дать вам бан. В общем, думаю, покупка и продажа аккаунтов Crampy Mobile Black Russia вариант только для самых тихих игроков, которые ничем не выделяются для администрации. Ну или вариант для ютубера в качестве того, чтобы потешить свою публику тем, что ты покупаешь какие-то интересные аккаунты и обозреваешь, что в них находится. Естественно, перед видео не забыв ставить дисклеймер, чтобы далее не схватить бан. Надеюсь, вы по данной теме все поняли, потому что пока что у меня для вас это все. Огромное спасибо вам за просмотр. Если вы досмотрели это видео до этого момента и до сих пор не поставили лайк, обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Также я вам не сказал, что существуют специальные сайты по продаже и покупке аккаунтов в нашем Crampy. Если под этим видео будет хорошо
хороший актив, то я сниму на них в дальнейшем обзор на свой канал. Так что обязательно сейчас же поставьте лайк и напишите любой рандомный комментарий. Ну и конечно же не забудьте про подписку с включенными уведомлениями, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а по традиции с вами как всегда был Матвей, hasta luego.